Крик души. Трехлетней карагандинке срочно нужна дорогостоящая операция. У Ангелины Жуковской врожденный ДЦП тяжелой степени. После сложной операции на внутренние органы девочка больше года находилась в коме. Одно только обследование, которое будет проходить в Турции, стоит более 2 миллионов тенге. Ангелинка, Ангелина. Именно когда мы... Такие судороги у трехлетней Ангелины случаются 15 раз в день. Бывает и больше. Мать-одиночка Оксана просто вынуждена смотреть на муки, которые терпит ее чадо. Недавно карагандинская семья отправилась на лечение в Россию. Однако на необходимые процедуры у них не хватило денег. Пришлось вернуться. К слову, первую операцию на внутренние органы Ангелине сделали в 2 года. По словам несчастной женщины, после хирургического вмешательства девочка совсем ослабла. Сейчас ребенок вот в таком состоянии. Уже 1,5 года. Это после операции? После операции она была год в коме, кушала она через зонд. Ребенок самостоятельно не сидит, практически она не видит из-за неврологии, у нее нарушения. Дело в том, что она сама самостоятельно в туалет не ходит, только через газоотводку. Как бы ребенок только научился кушать, есть через ротик, и проблематично, конечно, как вы видели. И сейчас ребенок, у нее судороги и приступы. Я, например, хочу знать, что это за приступы, что за судороги. Поликлиники нам ничего не говорят. Просто я считаю, что медицина на нас просто опустила руки, вот и все. Состояние маленькой Ангелины ухудшается с каждым днем. У девочки порок сердца. Маленькой карагандинке нужна дорогостоящая операция в самое кратчайшее время. По словам бедной женщины, сохранить жизнь ее дочери, возможно, удастся зарубежным врачам. Взяться за лечение решились турецкие скулапы. Вот только на это у семьи нет средств. На данный момент я прошу людей о помощи, людей, государство наше, чтобы люди откликнулись и помогли нам. Потому что нам нужна не маленькая сумма, я не в состоянии эту сумму собрать. Очень прошу, чтобы помогли люди, услышали нас, услышали о нашей просьбе, о нашей мольбе. Надежда все еще есть. Мать-одиночка все свое свободное время тратит на молитвы. Мирамгуль Салкимбаева, Тулеген Рашид, Евгений Афанасьев, 1 Карагандинский.